летним вечером, тихим вечером, вышел я до ларька табачного. Там старушка в платочке клетчатом Христа ради денежата клянчила. Дал я ей 5000, на мол, на обед или фруктами вон побалуйся. Она прошептала мне в ответ: вон как оно не задалось-то. Говорю я ей: зря ты, бабка, так. Посмотри, как люди поднялись-то. Если жить с умом, будет все ништяк. А ума-то у нас прибавилась. А что деньги разрухой нажиты, так ведь каяться будем в старости. Она отвечала все так же мне: вон как оно не задалось-то. А потом меня будто прорвало, стал я бабушке вдруг рассказывать, что куда ни глянь, так одно фуфло, что с делами пора завязывать, что во мне самом, как ни вороши, ни найти ни добра, ни жалости. А в ответ будто стон моей души: вон как оно не задалось-то. Пошел домой, а она во след все крестила, да причитала мне. А вокруг нее то ли божий свет, то ли солнце садится алое.